Бывают хорошие игры, бывают, естественно, и плохие. Еще чаще встречается откровенный шлак. Но хуже всего, когда хорошая игра испорчена одной досадной ошибкой. Vermes on Mars – шутер о борьбе с большими червями на поверхности Красной планеты. Мы управляем группой роботов, которые одновременно могут выполнять всего одну команду. Либо ехать, либо стрелять. Либо в особо редких случаях и ехать, и стрелять. Управление ужасно. Мысли разработчиков, конечно, понятны. Они хотели увеличить темп игры, но вместо этого увеличили негативное впечатление до заоблачных значений. Короткий тап по экрану ничего не активирует. Двойной тап переключает режим принятия команд. В режиме движения 25 попыток нажатия на экран считаются нормой, прежде чем роботы начнут двигаться в нужном направлении. В режиме атаки с момента нажатия экран и начала стрельбы проходит примерно секунд 5, за которые мы уже потеряем пару роботов. Проще говоря, сэкономьте на этом недоразумении.